Естественно, вот мы здесь у вас. Руководитель Любовь Александровна Тренина, заслуженный работник культуры Республики Карелия. Аккомпаниаторы. Заслуженный работник Республики Карелия Алексей Коновалов. Алексей, давайте мы тоже подарим громкие аплодисменты. И Мыскин Александр, ваши аплодисменты. Ну что, мы готовы начинать. Сидят портные мастера, шьют платье цветное, по моей плети могу не
пойдет женихом, придет со всего забрала, будет песня до утра, а ты меня мигала, мы так не мало, как моя, догнала на небо, как набрала на высота. Гости званые и долгожданные, поклон вам низкий до земли за то, что вы на пир пришли. А пир сегодня непростой, в честь пары славной молодой. Обычаем карельским приговором встречаем их на празднике веселом. И вас порадуем и пляской, и игрою, и песен заонежских красотою. Люба ли князю княжна? Люба, Люба! Люб ли князне князь? Люба! Хоть люба невеста жениху и женюх ей люб, но расстаться с волюшкой, да родимой матушкой слезы не дают. Расплетается коса, плачет девица краса. Oh.
теперь позвольте нам узнать, молодых как звать, величать. Князя зовут Александр, величают Михайлович. Княжну зовут Мария, величают Сергеевна. На невесте-то на нашей лента красная, символ воли девичьей и женского счастья. Но достанется лента не всякому, а тому, кто богат да в трудах умел, кто честным женихом сосватался, да пришел с подарочком. Ну и жених-то не отдаст подарочка без заигрыша, да без испытания. Дважды он протянет шкатулочку невестушке, дважды он заглянет в очи ясные, лишь на третий раз отдаст подарочек, как увидит в глазах любви огонь он. Миром выношенные, на две стороны да во строеницах, пропустите вы дружек, да со свечой огнем. Ой, вы дружки, ой, вы милые, вы вокруг молодых пройдите, да так, чтобы три круга было, да чтобы пламя не погасло. Пусть огонь священен будет, пусть народ свидетель будет, пусть же оберег свершится. Надеемся, что сегодня оно у них одно на двоих.
и задуют свечи. Чтоб головушка не болела у невесты, чтобы спинку не ломила жениху, мы пройдем вокруг вас хороводом, унесет туман печали и тоску. Родителям своим, тот, кто вас вырастил и любя благословил, поприветствуйте и дружек, и другой честной народ. Ваш поклон – знак уважения и защита от невзгод. А чтоб вы не разлучались, чтобы шли одним путем, мы повяжем ваши руки красивым белым рушником. Самый важный и ответственный момент – торжественная регистрация брака. Давайте тоже подарим громкие-громкие аплодисменты нашей невесте, нашему жениху. Дамы и господа, я рада вас приветствовать на торжественной церемонии бракосочетания. Сегодня замечательный праздничный день,
в жизни двух влюбленных. Сегодня появляется на свет новая семья. И это прекрасно, когда люди находят друг друга в нашем огромном мире, чтобы никогда больше не расставаться. Стать супругами и узами любви и верности, соединить свои судьбы, пожелали граждане Российской Федерации. Александр Михайлович Кобрин и Мария Сергеевна Мишина. Уважаемые жених и невеста, вы приняли для себя очень важное решение создать семью. Перед государственной регистрацией вашего брака в соответствии с требованием семейного законодательства Российской Федерации вам предстоит ответить на самый важный вопрос вашей жизни. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, обдуманным, свободным? Прошу ответить жениха. Прошу ответить невесту. Ваше взаимное согласие позволяет зарегистрировать ваш семейный союз. Я приглашаю вас скрепить своими подписями запись акта о заключении брака. Прошу вас подойти. Самый волнительный момент свадебной церемонии. По старинному обычаю, в знак взаимной преданности и верности, подарите эти чудесные колечки друг другу, жених и невесте. С этого самого мгновения, на каком бы расстоянии друг от друга вы ни находились, посмотрите на свои ручки, на свои колечки и сразу почувствуйте сердце. Близость и тепло, заботу и любовь. С сегодняшнего дня уже официально, документально родного вам человека. Ну что ж, ваше заветное «да» прозвучало, все мы его услышали, подписи в актовой записи стоят. Обручальные колечки засияли на ваших руках, все формальности соблюдены, и мне осталось произнести самое главное. Уважаемый Александр Михайлович, уважаемая Мария Сергеевна, в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному желанию и согласию, 14 апреля 2024 года в столице нашей Родины, в городе-герое Москве, ваш брак зарегистрирован. Властью, данной мне государством, объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга. Еще раз огромное аплодисменты. И Александр и Мария, я от всей души поздравляю вас с днем рождения вашей семьи и вручаю вам ваш первый очень важный семейный документ, свидетельство о браке. По традиции передаю его в надежные мужские руки главе семьи. Аплодисменты, главе. Александр, на ваших плечах теперь лежит огромная ответственность за ваш дом, за благополучие ваших близких. И пусть вашей прелестной Марии всегда будет рядом с вами
очень спокойно, а главное, очень-очень надежно. Чтобы не просто замужем, а за мужем, да как за каменной стеной. Пусть ее глаза всегда вот так же сияют от счастья. Ну а вы, Мария, теперь хозяйка дома, хранительница семейного очага. Аплодисменты прелестной хозяйке дома. Машенька, теперь от вас зависит, как тепло и уютно будет в вашем доме, какая там будет царить атмосфера. Я желаю вам всегда оставаться для своего супруга такой же милой, прекрасной, желанной, лучшей женщиной на свете. Дорогие друзья, сегодня в этом зале, в этом помещении так много гостей. Все они пришли порадоваться за вас, пожелать вам счастья, аплодисменты, дорогие гости. Ну а среди них те, для кого этот день особенный. И они сейчас очень-очень волнуются, переживают и очень-очень радуются за вас. Дорогие ближайшие родственники наших молодоженов, мамочка, сестричка, я всей души вас поздравляю с чудесным событием в вашей жизни. Ваши ребята создают сегодня свою семью, но им всегда будет необходима ваша поддержка и забота. Ваш мудрый, добрый и самый надежный на свете совет. Еще раз поздравляю вас с праздником, аплодисменты ближайшим родственникам. Дорогие Александр и Мария, вы вошли сюда как жених и невеста. Теперь вы муж и жена. И я прошу вас поменяться местами. С этого дня, Мария, ваше место рядом с сердцем любимого мужа. Дамы и господа, Александр и Мария Кобрины, аплодисменты нашим молодоженам. Я от всей души поздравляю вас и желаю вам много-много счастья, много-много любви, достатка, благополучия вашей семье. И пусть сегодняшний день станет одним из самых любимых ваших семейных праздников. Совет вам да любовь на долгие-долгие годы. Аплодисменты, молодые! Для поздравления от автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений Россия» на сцену приглашается руководитель проекта Юлия Юрьевна Стоянова. Дорогие гости, дорогие Александр и Мария, хочу вас поздравить. Сегодня очень важный день в вашей жизни, начало вашей семьи. Мы очень рады, что вы к нам приехали, что вы свадьбу свою играете в традициях народных, чтите их, да. И я надеюсь, что зрителям сегодня, не только тем, которые в зале смотрят свадьбу и радуются за вас, но и тем, кто смотрит трансляцию, очень-очень нравится и приятно, что вы сегодня здесь. И на самом деле мы очень-очень рады, да, что вы к нам приехали. Для вас приготовлены подарки. Разрешите, я подарю невесте букет. Поздравляю. Что-то подарки. Также дарим вам экскурсию по Москве. Надеемся, что у вас будет время посетить столицу и проживание в отеле, чтобы вы могли отдохнуть от пережитых эмоций. Вот. И также хотела вас пригласить после церемонии получить огонь семейного очага, который у нас зажегся год семьи на главной сцене выставки. Надеемся, что вас будет греть над огонь семейного очага и вашу семью. Будет у вас всегда уют, тепло и детский смех. Спасибо. Мы благодарим Юлию Юрьевну громкими аплодисментами. Ага. Но на этом наши поздравления не заканчиваются. Вас поздравляет заместитель постоянного представителя Республики Карелия при президенте Российской Федерации Кузьмина Марина Геннадьевна. Добрый день, уважаемые молодожены, дорогие друзья, гости и все участники нашего замечательного события. Сегодня
действительно уникальное, удивительное мероприятие, событие на этой сцене. Сегодня два горящих сердца Александра и Марии соединили свои судьбы и жизни. Замечательно, что народные традиции в нашей стране, народные традиции Карелии, свадебные обычаи, обряды, которые привлекают нас с вами такой вот красотой, уникальностью, неповторимостью и где-то даже таинственностью, не забываются, они живы, они сохраняются, и эти традиции приумножаются. Александр и Мария, сегодня вы создали новую счастливую семью. И это очень важное событие не только в жизни вас и вашей большой семьи с двух сторон. Это важное событие и для республики. Почему? Потому что проходит оно здесь, на самой главной площадке, на ВДНХ. Там, где сегодня собралась вся страна. И мы от души и, конечно, от представительства поздравляем вас и желаем счастья, здоровья, гармонии, любви, большой любви. Пусть в вашей семье всегда будет взаимопонимание, поддержка, забота и помощь. А пусть ваш дом будет наполнен теплом, вниманием. Пусть всегда в доме будет уютно. Пусть всегда в доме будет много людей, улыбок, добра, света и всего самого-самого доброго. С праздником вас! И с праздником всех! Мы благодарим Марину Геннадьевну за добрые слова и приглашаем занять свое почетное место в нашем зале. Вас поздравляет начальник управления ЗАГС Республики Карелия Татьяна Владимировна Тимофеева. Дорогие Мария и Александр, я поздравляю вас с сегодняшним особенным праздником, с днем рождения вашей семьи. И пускай тот факт, что ваша свадьба проходит в таких удивительных обстоятельствах, свидетельствует о том, что ваша семья особенная. Не забывайте об этом. Любите друг друга, цените друг друга. И через 50, 55, 60 лет приходите к нам в ЗАГС праздновать свой свадебный юбилей. Республика Карелия при поддержке правительства Республики Карелия и главы Республики Карелия Артура Олеговича Пахенчикова дарит вам свадебное путешествие. Вы можете выбрать любую точку Российской Федерации и отправиться туда вдвоем. Любви вам и счастья! Благодарим Татьяну Владимировну за добрые слова. Приглашаем занять свое почетное место в нашем зале. Ну а мы продолжаем. Милости просим слушать, чтобы обычаи не нарушить. У народа есть слова. Хлеб всей жизни голова. Дружно молодых встречаем круглым пышным караваем. Он на блюде расписном с белоснежным рушником. У супруга нареченного матушка волнуется. Вам, матушка, слово молвить, вам поздравлять. Вам, молодым, чарочки подносить, вам слово молвить. Ой, что нам называется? Можно еще?
долгие годы любовь будет пусть словно жизнь дорога. Пусть не исчезают букеты, конфетки, и пусть обязательно народятся детки. Пусть радость вас никогда не пройдет, а счастье улыбок своих не таит. Пусть смех малышей ручейком серебрится, Господь ваш союз бережет и хранит. Говорят, что наш жених в поле пашет за двоих. При работе, при деньгах, щед, как солнце на югах. Семье женушки подарки привез. Сказали наша Марьюшка, не ткаха, не пряха, а наша Сергеевна еще и шелкошвейка. Тонко пряла, часто ткала, бело белила, весь рот одарила. Свекру рубашку да под поясочек, свекрови другую да полушалочек, а деверечкам, соколочкам, всем пошитому платочку. Thank you.
пышным свадебным столом, супруга славя молодого, не грех нам вспомнить об одном старинном правиле, о том, что и в грядущем, и в былом весьма важно для любого. Вот пахари, склонясь над плугом или высеивая рожь, не раз обмолвятся друг с другом, мол, что посеешь, то пожнешь. Мол, а так и в семье, не жди, не требуй от молодой жены того, чего не сеял. Хочешь хлеба, сначала вырасти его. И помни, что зерно, зерно любви посеешь в доме, созреет колосом оно. А если вдруг начнешь ворчать на жонку, она в ответ начнет ворчать. Будь в меру строгим, в меру добрым, чтоб лад в семье не вручить свои дары, стать украшением свадебной игры. Thank you.
делись гости наши. Предлагаю нам потанцевать. Какая ж свадьба без танцев? Есть у нас самый-самый смелый желающий. Ну-ка, выходи, честной народ, не бойся, к нам сюда. Будем танцевать, хорошим настроением заряжаться. Давайте, 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 вот идем, идем. Встречаем наших гостей. Вот еще, еще, еще. Сейчас все расскажем, что будем делать. Поднимайтесь к нам на сцену. Вместе с нашим мужем и женой уже будем танцевать, веселиться. Не стесняемся, друзья, присоединяемся. От наших карельских танцев просто так не уйти, не уйти. Обязательно нужно поплясать. Все, 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 все. Вот, отлично. Взявшись за руки кругом, мы веселый пляс пойдем. Свяжем длинный-длинный хоровод, из-под ног земля уйдет. 9 раз пройдем по кругу, обойдем и круг замкнем. Наш карельский, всеми любимый танец круга мы на свадьбе нашей заведем! А те, кто у нас просто сидит, можно поаплодировать. А если есть желание, обязательно присоединиться. Потому что есть поверье у нас в Карелии. Кто в кругу станцует, обязательно счастливым будет. Поэтому, друзья, присоединяемся. Не стесняйтесь.